Надеюсь. Получился. Про составку расскажешь мне? Чуть-чуть ремень. Ладно, спасибо. Что сказать? Вот Гера может рассказать анекдот. Мы, короче, выбирали анекдоты. У нас было... Сейчас, ладно. Короче, не знаю, что сказать. Спасибо группе Душно, которая до нас выступала. Они дали мне ремень. А группа Дэнска дала мне сигарету. Попал мужик в ад. Ему дьявол говорит, ты вроде не особо много грешил, короче. Можешь сам себе муки выбрать. Там три комнаты. Мужик в первую заходит, там это, чан. И мужики в чане, и варят. И орут. Ну, не, это пиздец вообще. Заходит во вторую. Там мужики лежат, их плетьями хуячат. Он говорит, не, это вообще слишком. Заходит в третью, там мужики стоят по колено в говне и курят. Да, он говорит, ну вроде нормально, стоит рядом, курит. Один из них бросает бычок в говно и говорит, ну что, мужики, покурили? Доедаем. Охуенно! Это были мы с тобой! Да, песня, вернее старая песня с нового альбома, такого исполнено. Вы уж извините, что мы так играем, мы немножко на импровизации. Хорошо, я не знаю, что мы thank you.
больше не буду. Давай! Знаете, когда мы выступали в «Паранойи» осенью, короче, группа Нейлен, вышли самыми последними. И, кстати, там играли Ликинс, это, блядь, вообще пиздец. И, то есть, они вышли и такие, ребята, я хорошо поспал, хорошо поел, сейчас будет настоящий рок. И они сыграли полную шляпу. То есть, после всех, короче, это было жалко. Мне не понравилось. Так. Это Славик, пиво попил. Сабина Драйв. Пушка. Гера Монах. Раздевайся. Сегодня кликухи придумывали. А я цветом. Ну все. Потому что я тихо пою. Следующую песню мы не играли. Со старым составом. Сыграем с новым.
Yeah.
это играю, а то запутаюсь. У нас их 4, кстати. Да, потом забираем. Я могу вот так же. Так, следующая песня. Пацанов. Короче, купил Волк Форд Фокус. О, нет, Заяц. Заяц купил Форд Фокус. Едет по лесу, видит, Волк стоит. Слушай, Волк, тебе подвезти? Подвезти. Слушай, Волк, купил себе Форд Фокус, сейчас покажу тебе фокус. Смотри, вон дерево стоит. Сейчас глаза закроешь, я разгонюсь, сквозь него проеду. Ну давай, закрыл, проехал. Думает, за любые бабки куплю. Ну реально купил. Ну что, Волк едет по лесу, видит, Белки стоят. Белки, давайте на заднее ему. Залазит. Потом едут по лесу, видят, дерево стоит. Сейчас фокус покажу. Ну, только глаза закроются. Закрывают глаза, разгоняются. Ба-бам, дерево, хуяк, бля. Все, машины нет, белки валяются. Подходит, говорит, суки, кто глаза не закрыл? Дело-то в чем? Мы такие подумали, и
И написали новую песню для него. Песня, слава богу. Можно тут? Вы лучшие! Можно сейчас последняя песня будет? Анекдот, можно так чисто скайпом? Сейчас подумаю. Анекдоты потом, сейчас музыка. Давай.
пустота. Как твои дела, мои демоны внутри? Как твоя смола, ты наполнена слезами. А мы точно не в кино, словно город этажами. Словно сахар, вино, и это те провода. Ну ладно, мы решили...